Всем привет и добро пожаловать на наш канал! Я предлагаю остаток выходных провести за каким-то классным сериальчиком. Сегодня я приготовила для вас подборку бомбических турецких сериалов. У каждого из нас свой стандарт качества, по которому мы оцениваем картину, и свои личные предпочтения. Буду рада комментариям с отличными сериалами или же фильмами. Ведь так ты поможешь и мне с подборкой, и всем сериаломанам, которые любят читать комментарии. Ведь все знают, что с хорошим сериалом любой вечер станет уютнее, и особенно это важно в холодную пору. Обязательно подписывайся, чтобы нам с тобой не терять друг друга. Открывает сегодняшнюю подборку сериал «Боль жизни» или же «Горькая жизнь», 59 серий. В ролях Кенан Имирзалыоглу, Селин Демиратар, Умут Агуз, Агуз Галели, Эбру Кока. Между Мехметом и Нермин существует огромная любовь. Место их жительства – пригород Стамбула. С каждым днем они работают все больше для того, чтобы побороть бедность. Они мечтают пожениться и жить в своем красивом доме. Основание Осман, 35 серий. В ролях Бурак Ащевит, Айшегюль Гюнай, Рагиб Саваж, Нуритин Сунмес. Эпоха Эртугрула завершается. На его смену приходит другая, эпоха Османа, его сына. Осман с успехом продолжит дело отца, создаст огромную Османскую империю, которая на протяжении многих веков расширяла свои границы. В сериале расскажут о том, как жил великий Осман Бей, как основывал империю, о его семье и детях. Осман Гази был бесстрашным воином, который всегда смело входил в гущу сражения, подавая пример своей армии. Он не боится смерти и поэтому пользуется уважением и вселяет страх. Дочь посла, 29 серий. В ролях Энгин Акюрек, Неслыхан Атагюль, Урас Каигила Раглу, Эрхан Алпай, Ганджат Джиласун, Дагукан Палат. Сериал поведает историю о необыкновенной и романтической любви. Молодые люди Санджар и Наре безумно полюбили друг друга, но строгий и бдительный папа-дипломат призывает дочь к порядку. В ход идут всевозможные дипломатические приемы против их отношений, от просьб одуматься и не ломать себе жизнь, до шантажа и угроз. Наре спорит с отцом. Наре и Санджар решают сбежать и тайно пожениться, но в день свадьбы девушка неожиданно исчезает, но судьба дарит Санджару и Наре неожиданную встречу. Есть ли шансы воскресить прежние чувства и как будут развиваться дальнейшие события? Клятва, 288 серий. В ролях Гёкберг Демирджи, Азге Ягыс, Гюль Ярджан, Дерели Дерья. В центре внимания сюжета оказывается главная героиня Рейхан. Героине приходится переживать непростые времена. Вскоре к девушке обращается ее родной дядя, который предлагает выйти замуж за его сына Эмира. Однако все отлично знают, что Эмир далеко не самый лучший кандидат. Его сына сложно было назвать серьезным и ответственным мужчиной. Эмир был бесшабашным парнем, любящим вечеринки. Из-за этого Рейхан и не соглашается воссоединиться с Эмиром. Однако отец уверяет, что он умирает, поэтому пытается организовать его личную жизнь, пока есть время. Рейхан приходится согласиться на эту авантюру, которой оказывается очень не рад Эмир. Пока юная Рейхан клянется, что сохранит этот брак несмотря ни на что, Эмир клянется, что разрушит брак любой ценой. Сериал покажет, как в безжалостном противостоянии молодых людей может родиться самая настоящая любовь. В ролях Акин Акиназю, Эбру Шахин, Гюльчин Сантурджуаглу, Серхат Тотумлюер, Айда Аксель, Ахмед Тансу Ташанлар. Однажды главная героиня сериала познакомилась с молодым состоятельным предпринимателем Мираном Асланбеем. Это красивый мужчина, который хочет отомстить обидчикам своей семьи. Ситуация меняется после того, как Миран встречает Раян и полюбил это божественное создание. Теперь он готов отказаться от мести ради любимой. Но все меняется после того, как красавца из Стамбула увидела старшая сестра Раян Ярен. Она тоже влюбляется в Мирана и постаралась сделать так, чтобы его свадьба с Раян не состоялась. Что ж, это были все сериалы на сегодня. Если подборка была тебе интересна, дай, пожалуйста, знать, поставив лайк или же напиши в комментариях. Кто еще не подписан на мой канал, активнее подписываемся, ведь дальше будет еще интереснее. Итак, это был сериал
«Ветреный», 48 серий. Всем удачи и до новых встреч с новым видео!